Можно ли, не выходя на улицу, потратить всего 10 минут, чтобы записаться на прием к врачу? Сейчас узнаем. Подать заявку можно через портал государственных услуг. И опасения, что это слишком сложно, беспочвенны. Не обязательно проходить регистрацию. Достаточно ввести данные своего паспорта и СНИЛС. В разделе «Запись на прием» вы познакомитесь с перечнем специалистов и способами подачи заявок. Находите в списке нужного вам врача, заполняете анкету, выбираете подходящую дату посещения и время приема. У нас работает такая система, что если человек вообще открыто всегда расписание на 2 недели вперед, человек, который записывается предварительно, он за день до приема получает контрольный автоматический звонок от колл-центра о том, что он ему напоминает, что он записан на прием. Электронная запись на прием к врачу возможна только при наличии медицинской карты амбулаторного больного в том учреждении здравоохранения, в которое вы хотите записаться. При отсутствии этого документа необходимо лично посетить медицинское учреждение и предоставить в регистратуру паспорт, СНИЛС и действующий полис обязательного медицинского страхования. Суть онлайн-заявки проста. Фактически вы делаете то же, что и регистратор в больнице, но в более комфортной обстановке. У себя дома или в обеденный перерыв на работе. А главное преимущество электронной записи – это экономия времени пациента, которому не придется стоять часами в регистратуре. Человек записался предварительно на прием. В электронном виде ли, по телефону ли. Мы его видим в своей базе данных. Например, записан к такому-то врачу на такое-то число. У нас наши регистраторы заранее вечером готовят на него карточку, готовят талон, приносят все это к врачу в кабинет. Человек приходит, когда в поликлинику, он уже в регистратуре, ну, может спросить, там, в какой кабинет мне пройти, да, или посмотрите, уточните мне время, но ему необходимости стоять, получать карту, талон там нет. Он идет непосредственно на прием к врачу, и его карта и талон уже находятся там. Важно помнить, что записываясь к доктору через портал госуслуг, но не являясь на прием в назначенное время, вы подрываете к себе доверие. И если трижды пропустили прием, в течение месяца не сможете пользоваться электронной услугой.